Вот. Ну что, теперь мы можем смело начинать. В общем, поехали. Ошибка номер один. Вот. Это, собственно, то, с чего по классике вы все начинаете. Вот. Вы пишете подробнейший бизнес-план. То есть, ну, так учили в школе, наверное. Как еще можно это объяснить, что надо написать бизнес-план подробный, все, даже заказывайте, кто-то платит деньги, я знаю, за это. Вот. Это делать абсолютно бессмысленно, потому что мы первым делом ищем подходящее помещение. И вот вы когда с этим столкнетесь, когда вы начнете делать, вы поймете, что а это не так-то и просто. Вот. В чем, собственно, как раз парадокс этой, в общем-то, этой ситуации? В том, что вы на бизнес-плане вы себе рисуете идеальную картину, как вы хотите, чтобы было, а в жизни-то оно не так. А в жизни вы, когда посмотрите на помещения, которые существуют, а их-то выбор-то не такой-то и большой. И оно кривое, косое, без электричества, без вытяжки, туда-сюда. То есть, и это как раз полностью может разрушить до основания весь ваш идеально написанный бизнес-план. Поэтому мы сначала ищем подходящее помещение, вот, и когда мы его нашли, мы как раз сейчас там, следующее там, наверное, вот, да, когда мы понимаем фактический метраж цеха, состояние этого помещения, там, наличие вытяжки, какие стены, там, красить, не красить надо, или там, ну, плитку надо делать, это все, вот это все внесет ключевые вводные в бизнес-план по вашим предстоящим расходам. То есть тогда вы можете понимать, а сколько вам, ну, нужно денег на то, чтобы запуститься. Надо ли делать вытяжку, или она уже есть, осталась с прошлого арендатора. Вот, это как раз вот это все. И, собственно, то есть мы и тогда мы уже пишем такой бизнес-план. Поэтому выбор помещения – это вообще самый ответственный шаг, это самый ответственный первый шаг. И, ну, конечно, здесь вообще нужна поддержка. Это моя вам рекомендация. Понятно, что кто у меня в хлебном деле, там у нас есть эти разборы, мы еще о них сегодня поговорим. Да, то есть я разбираю ваши все варианты, которые вы, в общем-то, ну, показываете мне. И заранее написанный бизнес-план просто ограничит ваш выбор. Потому что, ну, вы, да, вы переделаете, и вы просто будете вот так смотреть. Вместо того, чтобы увидеть какое-то интересное там, помещение там, да, оно по метражу там меньше, но оно проходное, оно классное, и киловатты есть, а нету там вытяжки. Ну, я договорился, и вытяжку можно сделать. То есть, вот, это гибкость, и об этом мы еще сегодня поговорим, про эту гибкость. Так, следующая, ошибка 2. Первым делом обращаться к продавцам оборудования. А, как бывает, вы все, ну, вы собираетесь открыть пекарню, ну что, кому надо звонить, ну кто мне продаст печку или что-то еще. И вот этим своим вопросом новичка, что мне нужно, чтобы открыть пекарню, вы открываете просто ящик Пандоры. Вот, это серьезно. И это выглядит вот так, что вот буквально совершенно, то есть у меня этих примеров просто уже там, не знаю, под сотню, наверное, да, потому что я же постоянно, мне пишет, кто-то что-то спрашивает. Вот недавняя история, да, кстати, я можете поздравить, я заключил договор там с этим, с файн-гастронами, я тут неправильно написал немножко, мы им делаем пекарню с дровяными печами, это на Рублевке, классно будет проект, но когда я к ним приехал, это прям недавняя история из моего аудита, да, то есть она в сот раз доказала, что продавцы просто впаривают совершенно ненужное клиенту оборудование, они исходят из того, о, это же Рублевка, надо сейчас их там, короче, с них поближе, ну, там, как бы состричь, а на самом деле там те же самые предприниматели, как и мы с вами, которые пытаются выжить в совершенно тоже, как бы, совершенно непростых также условиях, да, с этими ковидами и так далее, и они борются за то, чтобы они хотят этим хлебом сделать, чтобы к ним пришло больше людей, то есть они там борются с азбукой вкуса, ну, как борются, конкурируют, и они не сыпят там деньгами, они хотят тоже выжить и жить хорошо, поэтому я это услышал, понял, что, ну, как бы, там, зачем им предлагать закапывать миллион рублей, когда им можно сделать проще, ну и также качество. А им впаривали ферментатор за там 1,2 миллиона рублей, который, а у них вообще там изначально была там 100 буханов задача, да, там дорогущие печи, тестомесы, которые там в 3 раза дороже стоят, чем им нужно, ну, тому проекту. Конечно, все это мотивируется, что мы вам продаем самое лучшее профессиональное оборудование, что без этого сегодня, ну, никак нельзя, там, уверен, там еще был в списке какой-нибудь умный холодильник и так далее. Поэтому, собственно, об этом и речь, что мы сначала находим помещение и затем под него подбираем оборудование. И важно, да, что вы на этом примере еще раз убедились, что общаться надо уже с продавцами по факту, когда вы уже выбрали, потому что вас очень могут сильно нагрузить так, что вы там отдадите лишние деньги. Вот, третье.
думать, что открытие пекарни – это набор шаблонных советов. Вы пишете мне в Инстаграм каждый день, друзья. Это хорошо, это прекрасно. Я рад, что у вас есть интерес к ремесленному хлебу, все здорово. И, собственно, это моя работа с утра до вечера. Да? Вот. Но у вас очень иногда топорный подход. Ну, не обижайтесь, да, это просто факт. Потому что, ну, я не знаю всей ситуации. А вы думаете, что... Какую мне печку купить, вот вы меня спрашиваете. Я не знаю ни ваших там, ни стартовых денег, ни вообще, какое у вас там помещение. Вы хотите много поставлять, или вы хотите маленькую пекарню, или что-то еще. То есть мне нужно больше даже вам задать вопросов, прежде чем ответить так, чтобы этот ответ помог вам там не потратить лишних денег, сэкономить, и попасть именно в точку, да, которая, в общем-то, даст вам вот это оптимальное решение, та самая печь, которая именно нужна именно под ваши задачи. Вот, поэтому здесь, какую мне купить печку, это на самом деле там куча-куча факторов, чтобы вам ответить. И то, о чем я сейчас хочу сказать, чтобы вы не подходили к этому как к какому-то шаблону, когда есть только набор готовых ответов. Нет. Пекарня – это конструктор. Да, вот мы уже начали с помещения, с бизнес-плана. Да, это гибкий конструктор, который вы собираете своими руками. Кстати, и это очень это интересно. Это то, почему я люблю открывать новые проекты, потому что я люблю в этих конструкторах копаться, особенно когда какая-то сложная, нерешаемая задача там, и вообще что-то такое. Вот. Это просто вызов мне дает, как-то, как красная тряпка на быка. Ну, вот кто от чего получает удовольствие. И пекарня – это конструктор. Первая деталь – это платформа, конструктор, да, это какое у нас помещение, вот, дальше, да, мы на него уже накладываем, то есть в это помещение мы можем только вот такую печь затащить, много киловатт у нас нет, если такая печь, значит, тестомес вот такой, холодильная камера такая, то есть, и это все очень гибкое, и это все складывается как конструктор Лего, вот, одна деталь должна подходить к другой, и нет шаблонов, то есть можно, друзья, можно там, кто-то скажет там, минимум 60 квадратов помещения. Вот сейчас вам таких советов просто вообще десятки надают. Но, а я скажу вам, слушай, а вот мы там смотрели на Авито помещение, вот там на проходном месте есть там 20 квадратов. И там, в принципе, есть какие-то киловатты. Вот, давай сделаем такой микропроект. Мы сможем там сделать очень, да, вот маленькую такую пекарню с небольшими печами, но мы там можем классно качать. Вот и все. И я как раз вот именно направляю ваш фокус, чтобы вы видели вот такие возможности вокруг вас. А если вы вот так вот такими советами будете оперировать, ну, мне сказали 60 квадратов. Ну, у вас, во-первых, когда вы там где-нибудь на Циане, на Авито, когда вы сделаете эту подборку, вы увидите, что, во-первых, выбора особого нет. Ну, и выбор какой есть, он будет вообще, может быть, и неудобный, и в каком-то там... ужасном дворе, который куда никто не ходит и так далее. Вот, поэтому моя задача вам научить вас думать гибко. И это как раз это ваше, ну, еще одно конкурентное преимущество в сравнении с остальными. Вот. Вот когда вы определитесь с помещением и форматом работы пекарни, потому что может быть только на опт, закрытый цех, розница, там, на свои точки, интернет-магазин и так далее. Об этом все подробно, да. Это в курсе, конечно же, но я сейчас вам все равно... главные вещи расставляя на места. Только после этого нам нужно подбирать под этот уже более конкретный проект оборудования. Вот, поэтому здесь нет шаблонов. Четвертое. Открываться при большом количестве сомнений и неуверенности. Да, друзья, страх – это нормально. Сомневаться – это нормально. Я когда вот сейчас садился к вам, да, вот на вебинар, вы думаете, что я не переживал, я и сейчас до сих пор переживаю. То есть и у меня тоже есть некий страх, что что-то я там, может быть, не так скажу, мне не войду в это состояние потока. Да все что угодно, это нормально сомневаться и все. Вот. Но когда ты знаешь, что делать, и маленькими шагами это делаешь, это уменьшает страх. Потому что есть из вас многие такие, которые, ну, мы потом в комментариях, когда я открою в чате, да, мы проверим. Есть люди, которые годами мечтают, и они собирают негативные истории, все, что плохое с этим связано, и говорят, о, вот там же все плохо было. Вот. Это вообще болото, это трясина, которая вас засосет, и не надо это делать. Надо разобраться, знать, что делать, и маленькими шагами закрывать эти там пробелы и делать это. Вот. Это уменьшает страх. И желание открыть пекарню должно быть на уровне, пускай все меня отговаривают, но меня не остановить. Это напор паровоза. Это самое правильное внутреннее определение, а надо ли вам в это ввязываться или нет.
Давайте еще раз я это просто повторю. Ваша готовность открываться или нет, она даже не совсем связана с деньгами. Вы деньги найдете. У людей есть сейчас куча, у меня приходит куча инвесторов, которые говорят, слушай, а с кем скооперироваться? У меня есть деньги, этим заниматься, дай мне там кого-нибудь, шеф-пекаря, партнера и так далее. Деньги не проблема найти. Но важно понимать, да, что если у вас нет вот этой уверенности просто паровоза, что меня не остановить, и это мы все справимся, и с этим я разберусь, и с этими документами я разберусь, и все и так далее, то вам пока рано открывать пекарню. Вот. Это поэтому себя, ну, как бы спросите, вот, как вообще, в каком вы сейчас состоянии. Иначе, при малейших трудностях со словами, а, я так и знала, короче, все очень быстро опускают руки. Вот, очень быстро. У меня был пример Микинина, да, я тут хотел как раз, прекрасная девушка закончила Сколково, ну, то есть, как бы, теория вообще, да, как вести бизнес, все прекрасно знаю. Но я еще когда в начале ее там, это было вообще там, не знаю, 5 лет назад в метро Микинина мы открывали с ней пекарню маленькую там, небольшой прям совсем, ну, на проходном месте, там метро, там вообще толпы ходят людей, толпы, вот, и остановка, и все. И он, вот у нее фанило с самого начала, я это чувствовал, что вот она чувствовала, что она прям как будто бы делала, чтобы доказать, что у нее ничего не получится. Бывает такое, вы делаете, вот скажете, вот я же говорил так, и так и будет. И, конечно, ну да, этот проект долго не просуществовал, к сожалению. Хотя был трафик, все было, да. Вот, но вот этот настрой, он очень важен. И если вы очень сомневаетесь, подождите пока, значит, вы не готовы. Поехали дальше. Вот. Пятая ошибка. Снимать помещение далеко от дома. Я всегда это говорю просто как сейчас. Вам кажется иногда, ну, какие-то там вещи, может быть, вас сейчас не касается, и вам непонятно, важно ли это, не важно, насколько, да, там, это все я говорю. Ну, просто когда вы это уже пройдете, этот путь, вы зацените, насколько это был совет правильный. И, например, когда вот в 2017 году я помогал с открытием пекарни «Киоск», они тогда открывались под названием «Зерно и сало», ребята. Я делал выпуски в YouTube, про них есть, они просто переименовали сейчас, и вот полгода я проверял, как у них дела назад, они до сих пор качают, у них все прекрасно. Вот, ребята в Москве первым делом поблагодарили за совет, который сказал, ищите помещение в радиусе 30 минут от дома. Никаких далеких расстояний. Добираться до пекарни не должно занимать много времени и сил. У вас просто на это не будет не оставаться ни времени, ни сил. И или вы, у вас два пути, да, или вы ищете около своего дома, в радиусе 20 минут, да, чтобы можно было легко добраться, либо снимаете квартиру там, где уже нашли идеальное по вашим меркам помещение. Вы же не дерево, ну, берете, снимите квартиру там, туда переедете. Это, в принципе, если вам очень надо, то вы это можете сделать, потому что себя вот так вот в такое вгонять состояние постоянной пути туда-обратно, ну, это вообще, вы просто быстрее разбросаете свои силы, свои ресурсы. Потому что 100%, я вам говорю, 100% даю гарантию, что будут происходить случаи, и часто будут происходить, когда надо срочно метнуться в пекарню, подскочить, как вы назвали, в пекарню, да, и на 15 минут это никогда не получалось. То есть, если ты все зашел в пекарню, все, это, короче, может быть, там, на пару часов там. Одному ответил, третьему, четвертому, туда это сделал, это проверил, там что-то отвалилось, подкрутил и так далее, что-то надо сделать. Поэтому должно добраться легко, вот, или там кто-то не вышел на смену, там, или надо закваску поставить, что-то еще. То есть, это должен быть очень короткий отрезок. Поехали. Шестая. Неправильно распределять бюджет. Еще одна история реальная. Вот. Проект в Челябинской области. Был бюджет около 1,5 миллиона. Вот. Собирались покупать печи за 1,2 миллиона. Я говорю, зачем? Ну, говорит, продавец посоветовал, говорит, печь хорошая, берите. То есть продавец, который не понимал общей всей картины, вот, кто, что, просто, ну, вот хорошая печь, берите. Это когда вы спрашиваете меня, а какую печь мне брать, да? Ну, вот вам результат, как это может выглядеть со стороны. То есть у вас всего 1,5 миллиона, вам советуют хорошую печь 1,2 миллиона, и что вы сделаете на эти 300 тысяч? Ну, муки купите, наверное, да, и все. И что, вот печь, мука, и все, больше ни на что не хватит, да. Вот, реальная история. Поэтому этот бюджет надо уметь правильно распределять. То есть если выписать все родные транзакции перед открытием, а их там будет целый список, вот, и будет, может быть, даже сотни, будет искушение слить деньги не туда, какой-нибудь купить красивый декор на стену. Опять вот вспоминаю этих ребят с киоска, мы когда они у них интервью потом, после открытия, они говорят, мы, говорит, что-то
так разошлись. Мы, говорит, ездили такой, заедем в какой-то магазин, такие, о, видим классное, там, типа, на стену повесить. Они открыли там кулинарию, кафе, пекарню, то есть еще там у них магазин, то есть очень классно, очень классный, самый выживаемый формат. Вот, и они такие, и на стену это купили, и какую-то тумбу купили. И вот, то есть вот у них был вот этот азарт, они же открываются и так далее. А получилось так, что они с первым ремонтом, у них бригадир их кинул, и им пришлось просто переделывать ремонт, а он тут еще убежал с деньгами, этот бригадир. То есть, короче, они как бы получали, встряли больше денег на ремонт, а потратили уже на какой-то декор на стенку повесить. И получается, получился упс. Вот, поэтому это можно сливать деньги очень-очень сильно, и это надо прям держать так в кулаке свои, все свои расходы. И огромная ошибка тратить все свои деньги, которые вы выделили на открытие, до самого открытия. Вот. Потому что их абсолютно точно понадобится больше, чем вы запланировали. Непредвиденные расходы передают вам большой привет. Вот. И я бы так посоветовал вам, планируйте на открытие 80% всех доступных денег. То есть, если там у вас, например, есть там 2 миллиона или там миллион, да, ну, то есть мы, в принципе, там есть разные варианты входа в этот бизнес, самый даже и более там недорогой, и с малыми деньгами, да, то есть есть такая поступательная шкала, мы ее очень подробно разбираем в хлебном деле, да, то есть я могу, как бы, поскольку я с самых низов вырос, да, поскольку я знаю цену каждым 500 рублей, которые мы зарабатывали в пекарне, я, когда ты все делаешь с оборота, вот, ты знаешь, как вообще, как экономить, как все, как вместо дорогих стеллажей покупать в Икею, ездить и так далее, поэтому я все прекрасно это понимаю, вот, и поэтому нужно планировать на открытие, там, 80% всех доступных денег. 20% оставлять как раз на следующие как раз расходы, которые могут быть после открытия, они будут. Понятно, что это зарплата, и понятно, что будет что-то подкупить. Что это значит? Вы открылись, вам люди приходят, и вы, ну, сталкиваетесь с реальностью. Вам говорят, слушайте, поставь, пожалуйста, чай, мы хотим здесь сделать, поставь бойлер. Бойлер – это какие-то деньги, да, там 30 тысяч, ну, там все вместе, там 30 тысяч, у вас у этих уже денег нету, а люди хотят, люди прям с деньгами хотят. Все, вот понимаете, да, и вот оно где, да, то есть и как раз вот тут можно было вот взять денежку и это все прикупить, вот, а у вас ее уже нету. Или еще хуже вариант, когда вы там покупали декоры туда-сюда, в общем-то, и у вас там осталось 2 недели до открытия, а деньги кончились. И кончились, просто вы, получается, бежали до финиша, и вот прям за 100 метров до финиша вы рухнули, и сил нету, ну, в смысле, а у вас нет денег. То есть вам как раз бы сейчас открыться, и все, в общем, пойти, как бы, покорять хлебный мир, а вы уже все, денежек нету. А если еще и были уже в долг вылезали и так далее. Вот тут, получается, это самая обидная ситуация, когда вы прям буквально перед вот этой линией, да, когда вы все открываетесь, у вас закончился весь бюджет. 7-я ошибка. Покупать газовую печь, чтобы сэкономить на электричестве. Вообще, сейчас примеры просто из свежих. Это Челябинск. Я просто сейчас буду еще раз несколько раз повторю. Хороший пример. Это Челябинская область. Вот. Как, собственно, не надо делать. Ребята поздно вписались ко мне. То есть, крутили-вертели. Я сначала им провел бесплатную консультацию. То есть, они там думали. Короче, они сначала сделали, а потом пришли ко мне, и вот мы уже стали это все потом дело расхлебывать, к сожалению. Вот. Единственное, что я еще на бесплатной консультации сделал, это я молодец, потому что я их отговорил покупать печи за 1 200 000, потому что я почувствовал, что с таким, ну, как бы, вот им точно это не нужно, вот, потому что, ну, я иногда чувствую людей, когда они точно готовы что-то делать, и у них все получится, и когда я стараюсь, слушайте, не тратьте сейчас лишних денег, не надо, вот. Ну, в общем, экономить там, где не нужно, а где нужно, экономить тратят. Вот то же самое. Заблуждение, что электричество – это главная затрата, вот, это самое такое недалекое, ну, в смысле, это заблуждение, вот, потому что затрат просто большое количество, просто ту его куча затрат, которые есть в пекарне, и электричество – это такая доля малюсенькая, что вообще на это не стоит вообще даже обращать внимание, то есть вы будете все равно платить, вы же не на Камчатке, вот у Максима на Камчатке, вот у него затраты на электричество там, у него еще печь такая, да, а мне кажется, все остальное, вот это все не так глобально, вот, не связывайтесь с газом. Вот что бы ни говорили продавцы газового оборудования, в реальности, вот много лет я уже изучаю, у меня большая насмотренность проектов, и это большая редкость, когда все идет по плану.
гладкое по плану. То есть это все равно гемор. Гемор с этими газами. То есть что произошло в Челябинске, то, что они купили эту газовую печь, вот, они ее привезли, сняли помещение, привезли в помещение, и почему-то так оказалось, что у них там не хватило то ли напора газа, то есть там они встряли еще на полгода не могли даже начать, и в итоге сейчас и не начали, потому что ждут какого-то, что-то вот именно с газовиками не могли решить, вот, до сих пор, то есть и этот арендодатель не решил проблему с газовиками, хотя им говорили, не покупайте газовую печь, ну вот типа хотели, как бы, чтобы на электричестве экономить. Абсолютно вот такая вот знакомая ситуация. Ну, мне знакомая. И еще, да, плюс, что вот такой вы можете встрять просто на полгода, на месяц, на три месяца. Вообще, это просто как повезет или не повезет. Еще вы не сможете потом переехать. То есть, хорошо, вы все сделали, поставили газовую печь, но бывает такое, что нужно переехать в новый цех, большой цех, или у вас там закончился договор, вас там выгоняют, и вам надо искать новое помещение. И вы со своей газовой, как бы, печкой будете как с чемоданом без ручки. То есть, как бы, вроде бы печь-то полезная, но потом у вас ограничен опять список, куда переезжать. Вот. Поэтому мой совет, то есть электрические печи более в этом плане мобильные. То есть, ну, в мобильности можно больше выбрать, как раз, больше выбора. Так что, ну, как-то так. Из моих таких выделил как это отдельную ошибку. Просто не мог мимо пройти этого. И вообще эта история, она повторяется. Ну и, конечно, начинать без помощников в одиночку. Я знаю, что многие, кто смотрит меня, как бы вот пытаются, как последний из магикан, да? Но я вам скажу, что один в поле не воин. Пекарня – это марафонская дистанция. Это забег на длительное расстояние, который измеряется во времени. То есть мы должны понимать, что пекарня, да, она это прибыльный бизнес, да, но он требует времени. Вот этот конструктор, о котором я вначале говорил, нужен, который вы собираете, да, он собирается, это как мозаика, да, и когда вы его соберете, он будет приносить вам денег. Но на это требуется времени. То есть если вам нужны быстрые деньги, вообще даже не думайте идти в пекарню, там, если вы хотите во что-то вложить, ну, идите там, не знаю, там, с Китая что-нибудь перевозите, купи-продай и так далее, да. Но если вы там готовы там это все дело там, ну, как бы запрягать в долгу, если вы хотите именно этим заниматься, и вы готовы там через там 3 месяца, через 4, через 5 или через полгода получать уже как раз именно прибыль, да, вот. Причем, которая будет там не сразу там желаемая, она будет постепенно развиваться, да, вот тогда все в порядке, тогда это для вас, это бизнес для вас. Нужно уметь распределять силы, чтобы добежать до финиша. Помните, да, пекарня – это марафонская дистанция. И вопрос, закончатся ли силы, это вопрос вообще не стоит. Вопрос, когда и как быстро. Поэтому я всегда говорю, что вот вы открылись, и вы должны сразу понимать. Ну, вы, во-первых, задолбаетесь еще на ремонте, там, на всем открытии. Но вот если все вы открылись, вы должны понимать, что у вас как будто бы запустили таймер, где песочные часы, и вот там высыпается песок, а это ваша энергия. И вам ваша задача собрать команду как раз как можно быстрее, чтобы она, которой можно делегировать большую часть своих задач, тогда все будет хорошо. Тогда у вас в момент, когда придет усталость, вас подхватит команда, и все будет хорошо. Вы переключитесь потом на развитие проекта, на развитие бизнеса, а команда будет делать всю повторяющуюся ежедневную работу, всю вот эту рутину. Вот. Вот это важно, да, и если вы целый год вот так вот вы что-то там у вас, что-то непонятное происходит, никакого развития, ничего, вы думаете, я все сам, просто вы пикируете, и потом приходите в точку, когда у вас нет сил уже делать рывок, вот, и все, и вы можете просто в этом болоте очень годами быть. Я просто знаю такие проекты в регионах, они, ну, ребята, вот они просто вот, да, они влюблены в свое хлебное дело, но вот их стратегия, она как раз завела их в такой тупик. Вот они жалуются, что да, вот они жалуются, что у них все плохо. Ну, этому есть объяснение. Вот. Ну, хотели вот быть героями в одиночку. Но так это не работает. Поэтому невозможно успеть все одному. Нужен хотя бы еще человек с первых шагов. Вот муж, жена, партнер, шеф-пекарь, кого-то берите. Просто тот, кто будет кровно заинтересован в этом проекте. То есть наемный человек, нет, не годится. Наемный человек, он сбежит. Вот. И, ну, то есть вы должны еще распределить между собой, кто в проекте за что отвечает. Кто за продукт, кто за управление, кто за маркетинг и так далее. Потому что я еще раз повторю, постоянно это вижу в Инстаграме, что есть два типа людей. Проектный и процессный. Вот. Это круто, когда в бизнесе есть и тот, и другой. Вот. Проектный человек, который
ему дай нерешимую задачу, он ее решит, но он работает вот так. То есть он не может долго монотонно что-то выполнять. Я проектный человек. То есть мне дают какую-то задачу, я ее решу, но мне потом нужно как бы отдохнуть, да. И я прям вообще что-то новое, мне все интересно, да. То есть как бы вообще самое непонятное в это все, как бы влезть в драку и потом разобраться вообще, как это все работает. Вот. А процессный человек, ему это все некомфортно, все новое, что вы, ему комфортно приходить каждый день выполнять одну и ту же работу. Для него вот это, ну, самое крутое вообще и самое комфортное состояние. И он лучше будет идеально делать, идеально хлеб, он будет идти на работу и знать, что от него требуется. Это процессные люди, это очень важные люди в вашем бизнесе. То есть, по сути, получается, развитием пекарни занимается проектный человек, потому что он будет договариваться, он будет какие-то новые идеи предлагать и так далее. Процессный отвечает за продукт, который будет вот такой задрот, знаете, в хорошем смысле такой, который будет говорить, так, а что мы сегодня корку подпалили, да, или что там у нас сегодня не так, вот, и это важно, и здесь вот круто, если вы найдете, поймете, во-первых, кто вы, и найдете второй, да, там, как раз противопоставление, тогда это будет очень крутейший тандем. Есть еще больше определений команд, ну, я сейчас о них пока не вовремя говорить, то есть есть еще интереснее определение, распределение ролей внутри команды, вот. Мы это все этим прекрасно пользуемся. Так, и в новый проект, это вообще сплошь и рядом, друзья, просто себе тоже имейте в виду, в новый проект сложно набрать команду. Не идут работать, потому что нет гарантии стабильности. То есть вы подаете объявление, то есть вы открываетесь, вы подаете объявление, и люди просто к вам не идут. Вы просто, они записываются на собеседование и просто не приходят на собеседование. Почему? Потому что непонятно, откроетесь вы или нет, или там сколько вы еще там проживете, 2 месяца или 3. То есть вы новый, неизвестно, что будет с вашим бизнесом. А они хотят стабильную зарплату, они хотят быть уверены, что им заплатят, ну, что им заплатят, и все. Поэтому это такая подстава. И именно как раз по этой причине важно иметь партнера, потому что если вы начинаете в одиночку и такие, ой, ладно, я сейчас объявление подам и всех найму, а подходит уже, ну, уже все, вы открываетесь, люди... Вы раз собеседование мимо, 2 собеседования, 3, вы понимаете, что вам не с кем открываться, все уже надо открываться, получается, вы все делаете один, вы там помираете, люди никак не можете нанять или нанимаете вообще непонятно кого, кто вам косячит, там болеет, уходит, не выходит на смену, опаздывает или все запарывает, и это маленький отток, поэтому... Просто это помните, да, что даже нанять за денежку, то есть даже ты будешь говорить 3000 за смену, вот, и еще тебе подумают так, вот, идти к тебе или нет. Следующее просто интересно. Думать, что я сделаю классный продукт, и все встанут в очередь. То есть я же молодец, я же сделал крутой хлеб. Вот, он с гребешком, он с этим прям с красивым гребешком, он карамельный этот, все, он идеальный. То есть я молодец, хватит. Ну, то есть как бы, ну, это самое большое заблуждение, и это обычно думают домашние хлебопеки, которые хотят, вот, думают, как им развиваться дальше. Вот, я вам сейчас немножко прививку в хорошем смысле сделаю, как, в общем-то, не надо думать. И что не надо заниматься маркетингом и продвижением, вот, это большая ошибка. Даже если вы делаете очень крутой хлеб, даже если все в восторге, говорят, что вы лучший пекарь, который они когда-либо видели, все равно надо этим заниматься, и это лучше даже вникнуть как можно заранее, чтобы понять вообще, как работает тот же самый Инстаграм, как можно через него продавать хлеб. Любой, даже самый качественный и уникальный продукт сегодня нуждается в продвижении. Просто даже для того, чтобы не потеряться на фоне информационного шума, потому что мы окружены постоянно там, ну, вообще всей этой рекламой и так далее. Поэтому, типа, вот это, знаете, все убеждение, типа, качественно не нуждается в рекламе, это все, пожалуйста, оставьте там где-то вот в 85-м году или вот где-то там в преподобных годах, там, в 90-х, когда не было вообще ничего. Сейчас-то, ну, дофига всего хорошего, и дотянуться до клиента стало намного... Кстати, ой, завтра классно мы поговорим вообще по поводу вот как это все работает, как это сегодня все работает, это прям завтра подробно расскажу. Сегодня старые методы не работают, неэффективно. И да-да, вот о том, что завтра, что работа даст возможность сделать 1 миллион выручки, об этом подробнее завтра. Так, сейчас я глотну. И это, кстати, вот эта ошибка, самая тотальная, которую не хотят признавать пекари. Потому что, почему? Потому что они
считают, что раз они сделали крутой продукт, все, его не надо, ну, продавать. Ну и вообще, ну, мало кто любит заниматься продажей. Просто это вот так, такой факт. Десятая ошибка. Ориентироваться на проходной трафик, не вникая в качество целевой аудитории. Ну, целевая аудитория, погуглите, потом поймете, что это такое. Ну, я уже думаю, что, надеюсь, вы понимаете, что такое целевая аудитория, да, то есть это вот потенциально ваши покупатели, которые как раз, которым нужен ваш хлеб. Это значит, вот в чем, да, ошибка, это значит встать у прохода в пятерочку, куда большая часть идет людей сэкономить, которые, люди, которые сравнивают стоимость бананов, им попытаться продавать свой ремесленный хлеб, который стоит куда, конечно, больше, чем хлеб, который они видят, как правило, в пятерочке. Вот. Второе. Я буквально там, не знаю, то ли полгода назад видел видео на YouTube, где парнишка или мужик, не помню. Короче, он советовал, как выбирать помещение под пекарню. Он говорит, вот вы встаете на улице, там, аренда помещений, и вот вы считаете, сколько людей мимо проходит вот этого помещения. И это ваш как раз типа трафик. И вот если там много людей, то, значит, это трафик есть, значит, можно снимать это помещение. Друзья, так сейчас это не работает. Это вот очень, это все по старинке. То есть это абсолютно не про... точно не про ремесленную пекарню, и это точно не про хлеб на закваске. Вот, поэтому тут надо понимать именно, где ваша целевая аудитория ходит. А то, что там люди мимо вас толпами ходят, ну, также они в пятерочку толпой прошли и мимо ушли. Вас проклянули, что вы хлеб продаете дороже, там, чем у них там в пятерке. Вот, и все, обложили вас матом и пошли дальше со своими там, со скидочной картой и так далее. Другая крайность. Делать ставку на розницу, но открываться на непроходном месте. Приведу Олю, в пример, пекарню в Звенигороде. Вот. У них в Звенигороде есть одна центральная крутая улица, где просто происходит весь движ. И, ну, стратегия изначально была такая: Оля, ты ищешь помещение, пускай маленькое, но мы открываемся только здесь, потому что, ну, весь движ там, весь трафик, пешеходные, машины и так далее. Да, там было дороже, но я говорю, давай поищем, и вот просто вот с этого начнем. Ну, потом просто мне звонок: слушай, я тут нашла помещение, оно подешевле, да, мы готовы как бы платить там меньше за него, естественно, там нам дают каникулы, но мы готовы вот какое-то время развиваться, пускай оно будет не на проходном, развиваться, и, в общем-то, пускай, но зато мы сэкономим на аренде. Ну и чем это проект существует, но с каким трудом он существует? Я сколько вот... с Олей общаюсь, она говорит, слушай, ну вот не хватает людей. Ну и если мы посмотрим просто в перспективе там на год, на два, а Оля, по-моему, уже даже там 3 года, да, вот, во что, то есть вот это ключевое, то вот это решение, которое там, да, мы сейчас, мы попроще, поменьше платить, нам как-то так, на что она как бы обрекло на эти 3 года, вместо того, чтобы там быть в гуще событий, вот, качать там, ну, приходится постоянно там компенсировать это доставкой, еще чем-то и так далее. То есть просто люди мало приходят. А ставка просто этой пекарни как раз розница. То есть как бы в этом-то и фишка, да, что если ты открываешься в розницу, ну, надо понимать все-таки, да, где именно, ну, стоит открываться. То есть если у тебя чисто вот на розницу ты хочешь работать. Так что и еще важный факт, который тоже важно понимать, не все покупатели хлеба ваши покупатели. Вы делаете абсолютно другой продукт. Люди еще слабо понимают разницу ремесленного хлеба на закваске, разницу с дешевым хлебом промышленным. Вот. За хлебом на закваске идут люди, которые осознанно сделали этот выбор. Это как раз о том, что бестолку считать трафик мимо помещения, которое просто люди тупо ходят там на работу, они там где-нибудь работают. Тут те же самые кассиры мне там в пятерочке, да. Ваша целевая аудитория – это как раз те люди, которые уже что-то узнали об этом хлебе или вот прям слышали, но еще до конца не сформировали, или уже прям ваши покупатели, которые как раз готовы даже проехать там лишних 100 метров, которые там готовы его заказывать, которые идут целенаправленно за этим хлебом. Вот оно, что такое целевая аудитория. Вот с ней надо научиться работать. И это абсолютно в сегодняшней действительности, на это абсолютно не влияет вот именно там
большой проходящий трафик. То есть есть разные способы работы с этой целевой аудиторией. Вот. Но при этом есть, да, вот, другая крайность, да, то есть если ты четко, очень только находишь в розницу работать, тоже не надо открываться где-то там вообще, ну, на задворках. Вот. Короче, если даже немножко кажется, что запутались, ничего страшного, приходите на хлебное дело, я вам здесь более подробно буду с вами за ручку это все вас проведу и буду вам все это объяснять. Вот. Ну, для этого, собственно, существует такой классный курс. Вот. Вы сейчас программу увидите, я надеюсь, вам это просто зайдет очень сильно. Так, и следующее, да, переходим. Ошибка – делать большой ремонт для первого проекта. Какое самое частое сообщение? Ой, я уже там 2 года мечтаю, 3 года мечтаю, там и так далее, неважно сколько. Мы много мечтаем, у нас уже, мы много напридумывали, мы насмотрелись Инстаграм, мы увидели там красивую пекарню, там. Мы хотим воплотить это же в первом проекте, построить идеальную пекарню, воплотить свою мечту, сделать идеальный дизайн, чтобы было красиво. Вот, сделайте нам красиво. Но, друзья, это же для вас это только первый проект. Вы, это все красиво, стоит больших денег. И здесь вот это самая большая ошибка. Сделайте сначала. Сейчас я это здесь я буду говорить. Да, самая главная задача ваша, это для первого проекта зайти малой кровью. Сделайте вы свой суперкрасивый потом дизайн. Сделайте. Это будет все следующим шагом. Но это вот... Вы просто... Я не знаю, сейчас я здесь это скажу или в следующем слайде, но если что, повторю, сейчас в тему это еще раз повторить, что бывает такое, что вы открываетесь, месяц работаете, ну, был у меня просто такой пример, человек открылся, вложил, все сделал как раз красиво по дизайну, месяц поработал и сказал, блин, так это вообще не мое. Я-то думал это вот так, а это все вот по-другому, просто... А, и, кстати, еще, это был старый пример, а из новых в Челябинске то же самое, да, собственно, они сейчас остановили вообще свой проект, сейчас, видимо, распродают назад печи, вот, и как раз по той простой причине, что мне, собственно, ну, владелец пекарни сказал, позвонил, сказал, слушай, я вот понял для себя, вот прошло там пару месяцев, я понял для себя, что это не мой бизнес, и это так бывает, это нормально. И слава богу, что он не купил печку за 1 200 000. И даже слава богу, я сейчас понимаю, что то, что вот он не мог начать из-за газа вот этот, собственно, въехать в это новое помещение, так получилось, что мы с ним начали, у него было на участке очень классное помещение, которое мы буквально быстро переоборудовали в пекарню. Это вообще, я просто всегда против этого, но я подумал, ладно, ну давай попробуем, то есть ты хоть что-то попробуешь, пощупаешь пока там у тебя ремонт, ты так попечешь еще, там, может быть, кому-то попродашь, ничего страшного. Вот, попекли, классно с ним, ну, то есть у него появились первые клиенты, он нашел там рынок, на который мы готовились, я его прям натаскивал, что говорить, как и чего, и он говорит, слушай, ну, то есть и он классно съездил на рынок, продал там, ну, прям рынок выходного дня, напротив него стоял человек, который продавал хлеб в 2 раза дешевле, который уже там давно стоит, он говорит, а у меня, говорит, через там несколько часов все закончилось, это просто вопрос подготовки, то есть, ну, на самом деле, мы с ним прям работали хорошо, вот, он, когда они уже купили вот именно полное сопровождение, конечно, я уже там сцепился и говорю, так, да, делай это, делай так, делай так, и на рынок я его не пустил даже в первое воскресенье, говорю, нет, поедешь в следующее, у тебя не готово вот это, вот это, вот это, и он, когда приехал, он говорит, блин, как классное ощущение, что просто хлеб там разлетался, мы все сделали правильно, вот. Потом, в общем, проходит время, он говорит, давай там в большой город переедем. Он был в маленьком, я говорю, давай. Начали искать помещение. Короче, вот шаг за шагом, и потом такое пропадает, и через там 2 недели мне звонит, слушай, вот, да, прошло уже сколько там времени, но я понял, что это не мое. И это бывает такое, да, и это нормально. И самое главное, то есть передумать нормально, у нас даже сейчас и будет какой-то слайд, чтобы вы в этот момент не потратили дохренища денег. Моя задача. Наверное, даже я сейчас еще раз рассказал, что будет впереди, но ничего страшного. Вот. Следующая ошибка – делать большой ассортимент с первого дня открытия. Непонимание продуктовой матрицы, особенно когда нет команды, и в первые дни работать становится просто невыносимо тяжело. Вы хотите сделать сразу 10 сортов, ну как же, чтобы был ассортимент?
как же там, да, вот с полупустыми полками, у вас просто все рушится. 10 сортов, это значит 10 спорок теста, это значит, если они разные, это значит, эти семечки приготовь, это там нажарь, это высуши, это помой, это взвесь. То есть это 10 замесов разного хлеба, и еще просто маленькие замесы, вы же только еще открылись, то есть это куча-куча суеты, вот, и это просто настолько вышибает сил, что... Ну, поверьте, это просто высасывает все силы, потому что много суеты, вот, и она преждевременная, вот. И даже когда есть люди с большим ассортиментом, вначале сложно удержать качество, потому что, во-первых, люди то приходят, то уходят. Что-то я тут написал, приходите. Ну, вы поняли, то болеет, то там попугайчик заболел, то еще что-то. То есть, получается, если вы сразу с первых... первой недели, первого месяца загрузили, также намечтали себе очень большой ассортимент, то просто у вас все это может просто рушиться, и это будет очень сильно на зубах. Вам это не нужно. Вам нужно, наоборот, как бы выдавать лучше меньше ассортимента, лучше будет это 3-4 сорта, но они будут стабильного качества. Упритесь просто, ну, чтобы у вас там хлеб всегда был стабильный качество, потому что там, как только пройдет первый интерес к вашему проекту, а так всегда бывает, сначала все взлетает, а потом это все вот так вот идет вниз, и потом только выходит на плато. Так вот, чтобы у вас это все вниз не ушло вообще просто ужасно, потому что вы стали, ну, первое было вкусно, а потом вы просто закопались, вот, то вам надо именно думать прежде всего о качестве, а не о большом количестве сортов. И плюс еще, да, к этому моменту, так, к началу, не отлажена доставка продуктов, то этой муки не хватает, то этой рецептуры не отлажены, то есть, как бы, рецепт, это же не только там, сколько в чем взвешивать граммов, это еще уметь это все воспроизводить, не хватает какого-то инвентаря, ну, просто забыли, вот, забыли что-то заказать, какую-то миску или душлаг, или что-то еще, вот, это все, конечно, сильно просто ваше выматывает. И еще непонимание реального спроса, какой делать формат хлеб, какой все-таки делать хлеб лучше там, пшеничный, ржаной, круглый, квадратный, нарезанный дольками, делать сэндвичи и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы лучше не увлекайтесь. 13-е. Бояться вместо того, чтобы делать. Вы часто не хотите платить налоги, открывать ИП, не хотите делать декларации, не хотите, вообще ничего не хотите делать, вот, никаких остальных документов. Вы просто не хотите в это вкладывать деньги. Ну, я же типа что, я же только попробовать, вот. И вы на этом хотите сэкономить. Это как раз к тому, что, да, неправильное распределение бюджета. Но важно сейчас помнить, что мы очень сильно прозрачны. Вот эта вся история с карты на карты, друзья, это просто сейчас вопрос, рано или поздно, когда вам позвонит налоговый инспектор и скажет, там, Максим Юрьевич, да, вот мы заметили, у вас там столько-то было транзакций, вот, если вы сейчас налоговой не объясните, сколько, вот, что за 150 тысяч это переведено, вы сейчас с них, и мы вам тогда просто начислим налог. Вот так это все будет, друзья, буквально в ближайший год-два. Вот, и то сейчас вот, вот просто, да, вот сейчас вот, хорошо, если у вас пробежали мурашки, то уже давно вот этим грешит с карты на карту, вообще в любом каком-то там случае, да, просто подумайте об этом. И я бы это дело все поменял бы, на рельсы бы более цельно. Вот. Мы прозрачны, да, и постоянно быть в страхе, что будет проверка, оштрафуют или закроют, то есть зачем? Вот, кстати, абсолютно другой совет мы давали там в 13-м, мы провели свой вебинар первый, по-моему, еще в 13-м или там 14-м году. Там было проще, там можно было вот стартануть без этого, вот, и вообще даже никто не понимал, как это делать, негде было этому учиться этому. Мы вообще, то есть, а кто нам бы это рассказал? Да никто, просто не было ни курсов, ничего, да, ни какой-то информации, поэтому просто и начинали, и потом докручивали все там, потом докрутим, вот, да. И вот сейчас так не работает, сейчас мы прозрачны, надо делать минимальный набор документов. То есть, ну и, конечно, да, мы боимся штрафов, что нас закроют. Ну, получается, изначально предприниматель ведет себя там недобросовестно, вот, он сам себя подводит под эти штрафы. Да? То есть, как бы, чего бояться, если ты сам виноват? Вообще, никто гасить и специально закрывать вас не собирается. Это вам такое, для пилюли успокоения, реально, сколько, 10 лет я в теме, дохренище, я знаю, пекарен, просто друзей, с которыми мы общаемся, там, созваниваемся, ну, никого еще не гасили, ремесленников. Хотя ремесленники такие еще самые, скажем, грешные люди в плане оформления документации, колхозники мы все с вами еще, и понятно, что есть всегда за что придраться, но никого не гасит. То есть делай минимальные вещи, которые необходимы. Вот. И помните, да, что пекарня для вообще для государства мелочь. Вот, то есть с вас нечего взять, да, или там
с точки зрения там, коррупции и так далее. Ну, вы мелочь просто. Мы все с вами мелочь. Мы, на наших всех оборотах это 60 там, миллионов в год там, да, или там еще больше и так далее. Вот когда вы 60 миллионов в год перескочили, вот там уже появляются вопросики, а как вы все это дело крутите? Поэтому сделайте самые главные документы и спите спокойно. Об этом модуль документы, мы об этом сегодня еще поговорим. Но вот такой совет. Знаю, у многих грешок этот есть. Вот, боятся продавать дорого, боятся, а вдруг не купят и конкурируют с дешевым хлебом. Это прямо абсолютно, каждый день я об этом слышу, что я вот, это все дорого, я боюсь, не купят, я ставлю цену. Вообще, первое, да, в случае ремесленного хлеба, дорого, когда про него говорят, про, ну, то уже течет, это незаслуженное клеймо, когда нас сравнивают с дешевым хлебом. Ну, то есть, как бы, это не он дорогой, это просто нас сравнивают с дешевым хлебом и называют это дорого. Это реально незаслуженное клеймо. Вот. Надеюсь, вам эта информация там, даст немножко успокоения. Это не вы такой крохобор, да, это просто есть еще непонимание, что, ну, во-первых, у нас не любят оценивать труд, как бы у нас вообще как будто его не существует, да, что за труд надо платить, да, то есть то, что мука, вода, что вам скажут обычно, за что вы вообще хотите деньги взять, за то, что вы смешали воду с мукой, и все, вот что вам, вот как общество наше на это все реагирует, а что это большой труд, ну, блин, ой, я помилуйте, какой это труд, все, вот так, ну, это менталитет, его просто не исправить за, там, за год, за два, это десятилетие будет исправляться, и что, как бы, под это надо прогибаться? Нет, не думаю, вот, ну, и плюс люди, как бы, у нас в стране общество, которое, там, сколько, 90% не было никогда предпринимателями, вот, они не понимают, как живет вообще предприниматель, что у него дохрена есть из этих затрат, что это не просто он там купил-продал, что у него есть затраты на логистику, там, на людей, там, на рекламу, на все, да, есть налоги, есть различные документации, которые надо оформлять. То есть просто у нас люди так не мыслят. Они никогда, большинство из нас вот вокруг вас не был никогда предпринимателем, поэтому у них нет вот этого мышления. И они смотрят с точки зрения там бизнеса, который нужно, который пытается там на вас, ну, заработать. На самом деле, как бы не оценивая, какую большую работу проделывает, ну, предприниматель. Вот. Поэтому на самом деле ремесленный хлеб на закваске стоит своих денег. Цена зависит от многих факторов. Мы подробно это разбираем. То есть я вам даю вот эти и про пользу хлеба на закваске, и то, как объяснять людям, почему это стоит своих денег, адекватных денег. Да? Вот. То есть это как раз мы об этом, ну, поговорим в курсе. Но большая ошибка – попытаться продавать всем подряд. Это как всем купить, ну, купи Мерседес, да, вот, поэтому помните, да, предыдущее говорил, что не, ну, у вас есть целевая аудитория. Не все покупатели хлеба – ваши покупатели. Вот помните это, пожалуйста. Ценовая игра – мы заработаем на объеме, это обречен проект на провал, абсолютно точно. То есть были такие истории, вот, люди просто, ну, как бы делали так, что мы сейчас снизим цены, мы сейчас будем конкурировать с дешевым хлебом, вот, мы заработаем на объеме. Но в долгосрочную они не понимают, что все затраты, они все равно увеличиваются так же. То есть, значит, больше объема, больше закупочная вообще, ну, финансовая часть, больше людей нанимаешь. Больше людей нанимаешь, больше платишь различных взносов, больше проворачиваешь денег, там больше налогов и так далее. То есть оборудование, значит, надо покупать больше, если оно ломается. То есть там идет целый каскад вообще затрат, который увеличивается, ну, с увеличением объема. Вот. Больше оборудования, значит, больше ты платишь не только за электричество, но и за метраж. То есть тебе нужно больше помещения. Ты уезжаешь на окраину куда-то, подешевле помещение, но у тебя логистическое плечо увеличивается, за которое ты должен, тоже должен заплатить. Вот. Поэтому это ценовая игра, это совершенно бесполезно. Отсутствие своего мнения. Сейчас не все поймут, наверное, изначально, в чем здесь проблема. Если у вас нет своего мнения, у вас не будет бизнеса. Это фраза, которую я всегда повторяю, и это очень такая глубокая фраза, на мой взгляд. Вот, потому что миллион советов вокруг вас от покупателей, родни, сотрудников, как надо делать. Один говорит, хлеб соленый, другой говорит, он не соленый. У вас просто будет куча сомнений,
а как надо делать? И вы начинаете, одного послушали, переделаешь рецепт. Второго послушаешь, что он не соленый, снова переделываете рецепт. Вот. Один говорит, что у вас трещинки. Типа, дескать, это что за трещинки? Второй говорит, что хлеб... Он считает, что хлеб, ваш хлеб не расстоялся и так далее. И вы это будете слышать миллион раз, каждый день. А если вы еще там стоите на кассе или будете, вы будете это слышать. И у вас на это все должно быть свое мнение. Если вы будете вот так вот, вас будет как ветром туда-сюда болтать, и вы будете... Просто не будет у вас своего собственного мнения на этот счет. Сказать, что да, трещинки, извини, дорогой, это ремесленный хлеб. И каждый ремесленный хлеб, он отличается своим внешним видом, потому что он раскрывается по-разному, да, потому что была формовка такая, специально пупочек, да, и вот пупочек как раскрылся, так и будет. Вот. Или он недорастоялся. Ну почему, а что вы думаете, недорастоялся? Ну вот это. Нет, это все правильно, он дорастоялся. Просто это более плотное тесто или там это что-то еще. То есть, короче, нужно просто это уметь аргументировать и иметь на это свое собственное мнение. У нас была история с нашим первым проектом, с нашим как раз покупателем первого проекта. Мы уже передавали еще это какое-то время после первого транша денег. И кто-то в Меге, когда мы зашли в Мегу вместе с Лавкой Лавкой, у нас там был как раз, мы продавали хлеб. Кто-то сказал, какая-то женщина говорит, у вас ржаной хлеб очень соленый. И вот наш покупатель нашего проекта приезжает в цех и говорит, все, меняем рецептуру. Мы говорим, слушай, ну как бы, извини, но мы уже там это 100 тысяч буханок прогнали, и как бы все было хорошо. Нет, вот мне сказали, что это хлеб соленый. Вот. То есть пришла какая-то одна женщина, которая, он ее услышал, и он сразу пошел менять рецептуру. Вот такая может быть идиотская ситуация. Ну, как бы, вот кто здесь прав, кто не виноват. Ну, смотрите сами, да, то есть как это может выглядеть, и это будет мешать очень сильно вашему бизнесу. Так, думать, что закрыться – это позор, и что передумать – это плохо. Я часто вас отговариваю. Типа вот, ребят, подумайте еще, рано вам. Но... Или, наоборот, кому-то даю волшебный пинок. Помните, о чем я говорил, да, что с чего мы начинаем, насколько мы готовы в это ввязываться, насколько нас не отговорить, насколько мы как паровоз прем, и нас ничего не волнует. Но несколько раз в моей памяти люди передумывали, я уже об этом, получается, рассказал, вот, и это нормально. Лучше попробовать понять, что это твое или не твое, чем мечтать годами, жалеть, что жизнь прошла, и ты так и не попробовал. То есть, как бы, моя задача сделать так, чтобы ваше вот это решение, ваш этот опыт прошел максимально безболезненно. Вот, чтобы вы для себя это решение приняли максимально быстрее и в самой легкой форме, не потратив при этом кучу денег, времени и не влез при этом там, большие долги. То есть, в этом плане я ваш такой, как бы, как это сказать, предохранитель, который вот в этом плане, так, стоп-стопе, никаких сейчас затрат. Мы еще не нашли нормальное помещение, чтобы там покупать печку. Еще, ищи, ищи еще, давай, продолжай. То есть вот в этом плане, ну, как бы здесь, да, я готов вам помогать. И плевать, что подумают другие. Какое вам дело до этого? Понятно, что мы все покалечены нашим воспитанием, но мы очень все переживаем, что о нас подумают. Ну, может быть, стоит сходить к психологу, если сильно это давит на вас. Так, поэтому да, я за быстрый старт первого проекта, и я считаю, что лучше сделать прибыльное, маленькое что-то и понять, что ваше это или не ваше. То есть что-то, помните, когда я еще говорил по поводу супердорогого ремонта для первого проекта? Вот как раз я об этом и имел в виду, что лучше мы сделаем что-то маленькое, просто краской покрасим стены. Друзья, это не повлияет на ваши продажи, если вы туда не положите дорогущую итальянскую плитку. Абсолютно точно. Вот. И лучше сделать маленький проект, так, обточить на нем коготочки и понять, блин, я так кайфую от этого драйва, да, то есть мне это нравится. Вот. И вы уже, и опыт будет у вас, и открытие, и ремонта, и у вас уже там будет, и кто там, Вася занимается электричеством, уже в контактной книге есть, вы уже понимаете, как это все касса, все это продавать, наняли первых людей, уволили первых людей, то есть у вас уже есть микроопыт во всем, и вы уже там понимаете, вам с этим хочется продолжать дальше или нет, то есть вы вывели это там в плюс, вы такие, все, я хочу дальше, я хочу делать больше проектов. Вот так, ну, мое мнение, лучше так двигаться, так более безопасно, чем закопать миллионы, потом там, через месяц понять, что нет, ой, я что-то передумал, и заниматься уже хлебом просто потому, что надо как-то бабки отвернуть. Ну, а это хуже всего, когда уже через «не хочу» ты пытаешься эти инвестиции, то есть там вообще будет ничего не получаться, потому что тебе это уже просто не прет тебя, ты уже просто передумал.
Вот. Еще есть такой грешок. Сейчас я глотну. Ошибка делать только цельнозерновой или там какой-нибудь несоленый, супер-пупер полезный хлеб, там, без сахара и так далее. То есть вот прям есть прям люди, которые вот у них, они увлечены каким-то здоровым питанием, увлечены какой-то идеей. Они хотят производить только супер полезное, ну, что они считают на этот момент. Но проблема в том, что вы не найдете такое большое количество адептов на свой ультраполезный продукт. И просто вы не справитесь с затратной частью. Ну, или вы будете там всю жизнь продавать, ну, как годами сидеть дома и никак не сможете вылезти со своим несоленым хлебом. Ну, потому что вы там три человека дойдете и все. Ну, либо вы, если вложитесь денег, вы просто как бы, ну, не свои затраты не закроете. Поэтому я считаю, что пусть такой хлеб будет просто как в ассортименте вместе с другими хлебами. То есть, пускай там один из там семи сортов будет вот этот ваш ультра-супер-пупер, там мега-пупер хлеб. Вот тогда это будет правильно. Ошибка тратить последние деньги на открытие пекарни. Нельзя вкладывать все свои накопления в пекарню. Никаких идем ва-банк. Подготовительный этап занимает время. Вот поиск помещения, как я уже сказал, может занять там несколько месяцев. Ремонт, покупка оборудования. Здесь вот эти несколько месяцев еще можно совмещать со своей работой. Вот, ну, если вы не сами этот ремонт делаете. Да, то есть тут еще можно. Но когда уже, ну, как бы начинается запуск, надо понимать, что у вас должны быть эти деньги, которые вы обычно тратите на свое житье-бытие, должны быть отложены. Вот, потому что уже совмещать не получится. И вы должны деньги там на 3-6 месяцев отложить заранее. То есть просто включить их в бюджет, открытие, чтобы эти там, чтобы вы просто вот могли спокойно заниматься развитием пекарни, и у вас вопрос там, на что купить там, не знаю, там картошки, хлеба, там заплатить за кварплату, сходить к врачу, чтобы этот вопрос был закрыт. Не получится совмещать. Вот. Просто это будет ни туда, ни сюда. Потому что до первой прибыли у вас все равно будет несколько месяцев. Это нормально. Так, ошибка номер 19. Вот мы уже подошли к 19. Совсем не знать процесса хлебопечения на закваске. Огромный риск начинать, когда вообще никогда не пекли, не знаете ничего о процессе хлебопечения. Почему? Потому что, ну, вы сейчас поймете. Вот совет, попеките дома. Сходите на практику, на стажировку, в одну пекарню, там, в несколько пекарен. Это нормально, это правильно, чтобы и дома попечь, может быть, где-то и в пекарне даже поработать, или на стажировку съездить. Но важно понимать, как весь этот процесс устроен. Может быть, не стать суперпекарем, но важно суметь просто встать у станка и сделать этот там хлеб, который вы делаете обычно каждый день. Потому что тогда вы сможете легко увольнять токсичных людей. Они вам не будут выворачивать руки, потому что они будут чувствовать, что если вы не сможете завтра, если они уйдут завтра, и вы не сможете испечь этот хлеб, ну, понятно, то есть вы оставите себя без хлеба, то они будут просто вами манипулировать и вести себя очень гадко. Вот. А когда они будут знать, что вы сейчас можете сказать, так, ну-ка, пошел вон отсюда. Вот. И завтра, да-да-да, ничего, типа, я завтра встану без тебя, все справимся, все испечем. И это дает вам охренительное чувство, ну, не только чувство, да, но это как раз ваша сильная сторона, когда вы можете взять и каких-то токсичных людей просто исключить. То есть вы поняли, что все, он разрушает команду, этот человек. Вы берете его, прогоняете, или даже всю команду. Мы на Ютубе там выкладывали там тоже видеоинтервью, и мы так делали пару раз, и ребята так делали из Хабаровска. Там, он даже несколько раз они так делали. Просто вся команда уходит, и они встают за станок, ну, как бы за хлеб, да, делают хлеб и нанимают заново команду. Да, там вот так бывает. И поэтому здесь это будет ваша позиция силы. Используйте ее. Вы потом поймете, насколько лучше собрать самых крутых ребят, которые как раз вам дадут возможность потом, ну, вы когда им делегируете, уехать в отпуск, заниматься развитием, ну, и вообще как бы прекрасно себя чувствовать и высыпаться. Вот. Ну и, конечно же, когда вы знаете весь процесс, вам никто не навешивает лапшу на уши, что там сотрудники скажут, мы не успели, как ты не успел, да. То есть, когда ты знаешь, сколько минут доставать тесто из тестомеса, тебе уже не навешиваешь лапшу на уши, что ой, а мы там, что-то там нам не хватило времени. Просто ты сам это уже понимаешь, сам это видишь. Вот. Ну и, собственно, будете адекватно оценивать ситуацию, принимать верные решения. Пример такой у нас тоже был еще в первом проекте. Помощница человека, который купил наш проект, такая спускается, короче, в цех,
и говорит, там, девчонки, фигоните этот кулич. Типа, нам нужно завтра кулич. А в ответ, как? У нас там, мы опару не ставили, то есть это длительный процесс, мы как, мы не успеем, да? И получается, они уже от тебя требуют этого, то есть как непонимание вообще, как это все происходит, там, на уровне даже управления, да? Ты можешь просто такие косяки делать и просто не принимать неверные решения и неадекватно вообще понимать, как все устроено. Так что это учитывайте. Ошибка, о, сейчас, знаете, для кого, кто долго у нас печет. Я чат, конечно, выключу, но потом еще с вами это обсудим. Кто долго печет уже там какое-то время у себя дома, вот, вот для вас прям как бы это именно для вас эта информация. Долго засиживаться дома и не выходить в цех, то есть не выходить, вот именно не снимать помещение. А, пример. Наташа Трущелева, мы с ней ездили к ней как раз в Красноярск, может быть, кто-то видел это интервью с ней, «Формула хлеба», она сняла маленький цех. И ну, при этом она до этого очень долго пекла дома, даже там у нее база клиентов была и так далее. И она так вот сняла, в итоге говорит, все, нет, надо вот выходить уже там из дома, сняла там цех и сказала, что теперь я пеку в цеху вне дома. И как по ее же словам, у нее вот тогда и по-настоящему выросли продажи. Ее стали там рекомендовать блогеры, то есть ее там появилось новое, много новых клиентов. Когда человек спозиционировал, что все, он теперь не домашний пек, а вот он все печет цех, у людей триггерит, что цех – это чистота, вот, это там не кошки, собаки, не какие-то домашние свитера, это все-таки чистенько, да, и люди больше будут с большей охотой к вам идти покупать хлеб, потому что, ну, они к этому уже начинают как бы по-другому относиться, вот, используйте это. То есть я вам сейчас рассказал прям живой пример. И я понимаю, почему это произошло. Вот. Дома можно начать только на очень короткий период. То есть несколько месяцев, не более. Ну, не больше, да, вот полугода, как я написал. Просто вы помните про запас энергии в начале. Потому что рутина. И уже не будет потом сильного там... не будет сил на рывок, собственно, на переезд. И когда нет разделения дом-работа, это всех раздражает. Это и вам будет не нравиться, потому что вы вроде как бы вы дома, но вы и на работе. То есть у вас еще весь процесс тут идет прям рядом. То есть это на самом деле в какой-то момент просто, ну, ты не отдыхаешь. И второе, да, ваши домочадцы, то есть они тоже скажут, слушай, ну хорош уже, ну уже невозможно. Вот. 21-я ошибка. Думать, мечтать дольше, чем полгода и ничего не делать. Ключевое и ничего не делать. Понятно, можно там 2-3 года готовиться, но если вы уже полгода там ничего не делаете для того, чтобы к этой цели приблизиться, вот, а вопрос, а ваша ли эта цель? Вот, поэтому это важно сказать. То есть можно попечь дома, можно пройти стажировку, поработать в пекарне, там, да, можно пройти курс «Хлебное дело», вот как сейчас, да, или какой-то любой другой курс, вот, если найдете, вот. Как раз, чтобы подготовиться, чтобы какие-то шаги сделать. Вот. Если вы ничего этого не делаете, да, кстати, можно вот периодически мониторить помещение, я бы перезнакомился со всеми риэлторами. Вот. Ну, как бы, если вы вообще ничего не делаете, а только мечтаете, ну, просто, может быть, сразу признайте себе, что это просто не ваша цель. Еще такой момент, тоже есть часто такая, в общем-то, ошибка открывать пекарню у себя на участке. То есть, чтобы не платить аренду, потому что боитесь арендовать помещение, и вы открываетесь там на огороде, в деревенском доме, в гараже и так далее. У вас есть предубеждение, что как только вы начнете качать в пекарне, вас обязательно выгонит арендодатель. Это мне тут написали недавно, вот, ну, полгода назад, я помню, прям даже сторис об этом делал, и мне на этот сторис реальный, кто у кого там уже давно сидит, много лет, говорит, слушай, ты какой идиот, арендодатель будет выгонять пекарню, которая генерит ему стабильно, генерит ему аренду. Зачем? Для чего? То есть, если на твоих кирпичах, на твои там, ну, в твоем помещении нашелся тот святой человек, который может там делать бизнес, и он тебе стабильно платит аренду, вот, ну и держись за него, молись за него, свечку за него ставь, выгоняй. То есть это только идиот может так сделать, а с идиотами вообще не надо работать. Их как бы, если вам показался, что человек мудак, вам не показалось. Вот, это абсолютно так. Поэтому, как бы, ну, надо это сразу проверять, когда вы снимаете помещение, насколько человек, ну, как бы, с ним, ну, там, нормально. По поводу повышения цены, вот, здесь это просто вопрос в договоре. Вы прописываете, что в договоре, доп. Соглашением, дорогой, там, Василий Петрович,
Если вы надумаете повышать там стоимость аренды, давайте договоримся, что в год она не повышается на такой-то процент. Ну и что-то в этом роде. Друзья, это все решаемо. Вообще, откуда страх аренды? Я вот тоже об этом думал, почему, да, то есть мне важно, интересно, как вот триггерно вы думаете и что вам такое говорить в ответ, чтобы вы меняли свои ложные убеждения на правильные убеждения, вот, потому что мне хочется, чтобы вы научились правильно думать, гибкость ума у вас была именно в этом направлении, чтобы вы умели потом изобретать вот этот конструктор и сами его собирать. Ну, понятно, если с моей помощью, то это еще будет проще. В нашей культуре есть там слабо развита тема аренды, да, то есть мы цепляемся за свое. Своя квартирка, там, да, там 4 квадратных метра кухонька, но зато своя. Вот, и так далее. То есть там свой участочек, но зато свой участочек. То есть это вот эта вся тема, зато свое, и у большинства людей нет реальной практики вообще аренды, никакой аренды, да, ни квартиры, ни коммерческого помещения. Собственно, отсутствие этой практики там на уровне там какого-то поколения, ни у вас, ни у родителей, оно вам и создает вот этот страх. Собственно, вот этот непонятный страх, а что будет, нету практики, потому что. Надо наоборот, как я уже говорил до этого, арендовать в гуще событий, то есть где куча людей, где вы сможете как раз отбиваться. Потому что, открывшись на каком-нибудь огороде, вот, вы не получите документы, заклебетесь возить, там, скорее всего, с логистикой будет не все ладно, мало электричества будет, потому что не найдете нужных киловатт, будут ходить сотрудники у тебя по дому, потому что вот ты дом, вот дом, они к тебе в туалет будут ходить. Понятно, что ничего и никого не оформишь, скорее всего, будет проблема с просто добраться до вас людям, вашим сотрудникам, вот, и могут вас закрыть в любой момент. Я вообще не вижу, где тут плюсов. Там вместо того, чтобы в свою фин-модель заложить, что вот мы столько платим, там, 50, 60, 100 тысяч за аренду, вот, что нам надо зарабатывать и как нам надо вообще вести пекарские дела, чтобы нам эту аренду отбивать еще, ну, как бы, и прекрасно себя чувствовать. Ошибка 23. Открываться полностью в кредит, когда делаешь свой первый проект. То есть наша рекомендация брать в кредит до 30% от планируемой суммы запуска пекарни. Да, кредит – это крутой инструмент, который ускоряет, и мы сами пользуемся кредитами, то есть мы берем иногда на бизнесы кредиты, и когда мы чувствуем, что это ускоряет, мы даже, кстати, иногда у нас были случаи, когда мы на обучение брали там рассрочку, потому что, в принципе, мы понимаем, что сейчас мы себя настолько как бы апдейтим, улучшим, да, что наше свежее понимание даст нам принесет больше денег. Даже мы так делали с Наташей. Вот. И получается, в этом плане кредит, да, действительно, это ускоритель, и это хороший фин-инструмент. Но если вы первый раз открываетесь, не нужно 100% всю сумму брать в кредит. 30% окей, потому что что-то будет там из-под полы достанете, что-то там у друзей займете, 30% возьмете в кредит, уже это больше, это более безопасный путь. 24-я ошибка. Думать, что отожмут бизнес сразу, как он станет успешным. Ну, привет 90-е. Вот эта вся ментальная шушня, которая есть в наших головах, она никуда не деется пока еще, да, то есть, в общем-то, мы с ней живем. Что поделать? Никому ваша пекарня не нужна. Пекарня, друзья, это не банкомат, который ежемесячно подает деньги, поэтому, никто на вашу пекарню не позарится. Вот. Пекарня держится на основателе и его команде. Основатель – это стержень проекта. Вот вытаскиваешь стержень, и проект просто разваливается. Вот так это работает, да. И пекарня не может существовать, если в ней нету человека, который нет страсти к хлебу. Вот потому что этот человек, он будет из-за его страсти к хлебу, это может быть или шеф, там, пекарь, это может быть или владелец сам, или там, в команде такие люди, даже линейные пекари, потому что страсть к хлебу заставляет тебя производить лучший хлеб, следить за качеством, угощать людей, на кассе просто вообще рассказывать о нем там без умолку, да, и это то, вокруг чего строится вообще проект пекарня. И это только тогда, то есть когда это все существует. То есть пекарня, ремесленная пекарня, особенно с хлебом и закваски, не существует без людей, в которых нет страсти к хлебу, вот, в хорошем смысле. Вот. Почему наш проданный проект был закрыт через полгода новым владельцем? Мы продали, получается, окончательно получили последний транш денег в 16-м, через полгода он закрыл. Этот человек, который купил проект, он не любил печь. Он не хотел находиться в цеху, то есть там больше 3 часов все, там с красными щеками выбегал, просто не мог.
это просто не его было. Он не находился в цеху, чтобы видеть вот само производство продукта, чтобы быть ближе к команде и так далее. Он не любил угощать хлебом. То есть это было тоже такое, мы не понимали, да, мы наоборот такие там, о, давай тему отнесем, ты тех бесплатно покормим там. Ну, то есть мы с Наташкой постоянно в этом плане вообще просто вот, постоянно раздавали прикармливание людей, да, вот. Ну, типа, а что мы будем бесплатно ему там две буханки отдавать? Руководителям, там, топ-менеджеру Икеи, там было какое-то собрание, попросили, это когда лавка-лавка заходила в Мегу, топ-менеджмент Икеи попросил на это собрание, ну, типа, вы же там заходите, там, пришлите нам 4 буханки хлеба. И он, как вместо того, чтобы, конечно, вот вам еще печеньки, вот вам еще то, вместо этого он просто взял и говорит, так, типа, а как мы вопрос финансовый решим? Блин, ну как, это же надо угостить вообще, и просто наоборот круто, что там ты угостишь, ты прикормишь, люди будут к тебе там за хлебушком приходить и так далее. То есть вот это как раз показатель того, что, ну, не его был. Поэтому он, собственно, и закрыл проект. Мы ему продали, он через полгода закрыл. Да, так бывает. Вот, и этому есть причина, объяснение. Вот. Ну и, конечно, самый мой любимейший вопрос, который я часто слышу, боятся конкуренции. Вот, я вам так могу сказать. Я, кстати, вам говорю и даже 3 года назад говорил, что в ближайшие 5 лет конкуренции в ремесленном хлебе не будет. Вот, потому что, ну, рынок, да, развивается, да, но как бы он медленно еще развивается, потому что это требует времени. И поэтому не надо переживать. Чтобы конкуренция хоть какая-то появилась между нами, да, нужно увеличить количество пекарен в 10-12 раз. Тогда будет что-то, да, там. Но... Я на это смотрю и всегда вам говорю, относиться к конкуренции как вообще как наоборот очень хорошему явлению, что чем нас будет больше, тем будет нам проще. Мы вместе с вами растим этот пирог, мы его не делим, мы его вместе растим. Как это работает? Потому что будут покупать и у вас, и у соседа. И чем больше вы оба рассказываете про какой вы хлеб там на закваске замечательный, про разницу с магазинным хлебом, про разницу долгой ферментации, тем меньше людей будет покупать магазинный хлеб и больше будет приходить к вам. То есть как бы постоянно будет расти этот спрос. Рынок растет, потому что мы сами создаем, собственно, этот рынок, и все в порядке. Вот. Вам нужно фокус, у меня был недавно пост в Инстаграме, фокус нужно держать не на том, как вот через дорогу, там, что он там, что не продает, какой у них хлеб идет лучше всего и так далее, там, давай стырим у них этот рецепт или что-то еще. Или, то есть, вот, часто вот там присылает мне эти ссылки на эти аккаунты. Вот думать больше об этом, вместо того, чтобы думать о том, а качественно ли ты делаешь продукт, а у тебя самого нормально все по качеству, вот, а у тебя нормально продавец разговаривает с покупателем, и вот про это забывают. Думают все там, как вот все борются с конкурентами, а свои проблемы не решают. А я наоборот считаю, что надо больше думать про качество продукта, больше гонять продавцов, чтобы они были улыбчивые и все это прекрасно рассказывали. Тогда к вам будет точно ходить, и больше к вам будет ходить, чем к соседу. Вот и все. Ошибка 26. О, мы подходим уже практически к финалам. Я рад, что... Не знаю, насколько у меня еще хватит, я уже начинаю сипеть, но ничего. Посмотрим. А думать, что в одной буханке есть прибыль. Когда? Ну, вот вы так думаете, хотя доход пекарни – это сумма в месяц. Это вся выручка минус все-все расходы, а их там целый список. Вот. Этот список у нас есть, кстати, в курсе у меня. Как бы лишний раз напомню, что в курсе это все есть как раз. И только после этого считается прибыль. То есть не в одной буханке, а когда вот у нас есть суммарная там выручка, мы вычитаем все расходы, и вот только тогда мы понимаем, мы в прибыли или мы не в прибыли. Вот. Потому что думать, что хлеб – это только расходы на муку и электричество, ну, это неправильно. Вот. Там целый есть большой список, что нужно учесть и на что нужно как бы заложить. Вот. И на что надо зарабатывать. То есть есть список расходов, нужно будет вычислить, какую выручку там в день или за неделю вы должны генерить, чтобы покрыть эти расходы. И прибыли поэтому нет ни в одной буханке, да. Это часто мне вопрос задают, типа, а вот сколько должно быть, я поэтому об этом говорю, как правильно считать деньги. Вот. Это не какие-то серьезные бизнес-планы. Вообще бизнес-план должен быть просто там первичную, там, на салфетке умещаться, и все. Вот. Прибыль есть, когда вы посчитали точку безубыточности, то есть сумму всех расходов там, на сегодня. Там, например, вам надо там выручка там, 100 буханок. Это вот все расходы. Если вы продадите сегодня 100 буханок, вы закроете все расходы, и у вас это как раз та самая точка безубыточности. А вы продали 110.
И вот как раз вот потому, что вы продали вот эти 110 буханок, вы заработали, это ваши сливки. А если вы продали 90 буханок, вот, если там какой-нибудь ленивый, там какой-нибудь плохо разговаривал на кассе, и вместо того, чтобы там завернуть пакет хлеба, он продал только одну буханку. Вот. Продали 90, значит, вы в минус ушли. Вот так эта математика работает. Вот, они не на одной буханке. Ну и, собственно, за финалем давайте по поводу франшизы. Есть убеждение, что франшиза даст автоматический успех. Да, я согласен. Проще будет в самом начале. Помощь в документах, помощь с поставщиками, оборудование, сырье и так далее. Кстати, ну практически мы в курсе тоже сейчас это делаем. Но привлекать клиентов, это будет все равно ваша задача. Никто за вас вашу работу не сделает, как предпринимателя. С открытием все только начинается. И вообще, друзья, с открытием, не с ремонтом, не с поиском помещения, а вот именно с открытием все только начинается. Конечно, все такие уже, когда подходят к открытию, такие, фу, ну мы вообще прошли такой путь, вот. Но это было, извините, это было только как бы разминка, а все только впереди, основной забег, марафонский, да, о чем я говорил в самом начале, если кто опоздал. Вот, и франшиза – это вообще не гарантия очереди, то есть это не гарантия денег в кассе. Это абсолютно, ну, как бы надо трезво понимать. Вот, и еще такой момент. Пекарня – это не только про деньги. Это для большинства, это способ самореализации. Вот, то есть, как бы, если вам нужно бабки зарабатывать, есть куча других способов, куда пойти и вложить свои деньги, получить это быстро, ну, то есть, как бы, и там более гарантированно, скажем так. Все-таки, ну, как бы, открывают пекарню сейчас люди больше, особенно с ремесленным хлебом, да, с качественным хлебом, идейные, которые хотят делать что-то полезное, которых движет идея, они хотят вот именно самореализации, ну, и чтобы, конечно, это еще приносило денежку. Вот, мы сколько вот сравниваем, спрашиваем еще и интервью, которое, может быть, вы смотрите на YouTube, я задаю прямой вопрос. Тебя кормит пекарня? Да, меня кормит пекарня, да, и люди зарабатывают и зарабатывают. И я когда сказал от 150 200 тысяч, на самом деле я уменьшил. Как бы вот большинство, кого мы спрашивали, зарабатывают намного больше. Вот. Так, и если вы сами хотите контролировать продукт, какой он должен быть, на ваш взгляд, там, где-то вас, вы влюбились в какую-то идею, в какую-то мысль, то франшиза вам не подходит. Она вам не даст ничего подкрутить в хлебе, в ассортименте, сделать какой-то особенный хлеб, который там, вы хотели бы реализовать. Не даст вот авторского подхода к своей задумке. И покупая франшизу, вы покупаете готовое решение вначале. Но затем это может быть ограничителем для самореализации. Вот это важно понимать.